В Одинцовском городском округе продолжает работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, вместе с волонтерами вручила наборы, состоящие из продуктов первой необходимости и фруктов, жителям Кубинки. Всего было передано более 50 наборов от благотворителей.